Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Югре снизился. На прошлой неделе врачи зарегистрировали порядка 73 случаев острых и респираторных вирусных инфекций на 10 тысяч человек. Это ниже показателей предновогодней недели на 27% и не превышает эпидпорог. У более 450 югорчан подтвердили грипп. Чаще всего им продолжают болеть взрослые. По данным лабораторного мониторинга, сохраняется высокая активность вирусов гриппа А. В этом сезоне они переносятся тяжелее, с кашлем, насморком, головными и суставно-мышечными болями, а еще высокой температурой, которая держится до 3-4 дней. Несмотря на общее снижение заболеваемости по региону, наиболее высокие показатели фиксируются в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске.